майором Андерсоном в 60 километрах от нашего местоположения. Чтобы выжить, придется импровизировать и приспосабливаться. Это Донбасс 3-2! Несем большие потери! Всем отрядам ополчения! Помогите нам! Мы несем тяжелые потери! BD-7274. Вступаю в бой. На данный титан установлено улучшенное вооружение. Это может дать нам тактическое преимущество. Отлично. Новое оружие нам пригодится. Согласен. Титаны АМС оборудованы улучшенным вооружением. Это будет способствовать нашему успеху. Пилот, снаряжение ДОДА позволит нам захватывать цели и выпускать самонаводящиеся ракеты. Это пригодится в бою.
еще потери! Опасные отходы вызывают тяжелое поражение или смерть. Находясь в комплексе, необходимо постоянно носить защитный скафандр. Продвинуться дальше нам мешает ворота регулирования стока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Режим техобслуживания. Открытие ворот регулирования стока. Внимание! Обнаружены токсичные пары в главном зале. Закрывается предохранительный шлюз комнаты управления. Пилот, предохранительный шлюз задраен. Следует найти другой выход из комнаты управления. Нам придется разделиться. Понял. Буду искать выход. Ближайший выход, скорее всего, ведет вглубь очистного комплекса. Отслеживаю ваше местоположение. Рекомендую найти выход. Есть, Бити. Ты тоже смотри в оба. Понял, пилот. Говорит Кейни. Друзья из АМС и ополчения, у нас возникло недопонимание. Но ничего страшного. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо.
Кто это был? Открывай досье. Кейн. Наемник, обычно связываемый с бандой «Высшие хищники». Известный наркоман и наркоторговец. Вражеский пилот, все будьте готовы! Слушай, этот наемник Кейн, он что, обдолбался чем-то? Ой, не лезь. Кто знает, что он? Точно. Похоже, этому психу без разницы, кого. Кейн тут главный. Чувствуйте себя как дома, пока вас не убьют. А ждать осталось недолго. Мы держим оборону в вычистном комплексе! У АМС новая тяжелая пехота! Мы в ловушке! Пилот, я обнаружил бойцов ополчения на пути вашего следования. Им может потребоваться помощь. Пилот ополчения! Не стреляйте, он это РСП. Посмотрите на шлем.